Всем привет! Давайте разберем эту песню. Итак, по аккордам. Аккорды у нас всего 4. Ставим каподастер на 4 лад. Играем ЕМ, С, АМ и H7. Ну, или просто H можно. Ну, лучше H7. В этот анализ H7 интересно звучит. Итак, поехали. Ставим ЕМ. На первой струне еще зажимаем 7 лад. Боем можно самым обычным сыграть. Шестерка. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Давайте еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Итак. Как мы играем? То есть мы ставим ЕМ на первой струне 7 лад еще. Тут у нас идет мелодия на 7 ладу, потом на 6 и это какой будет? 9 лад. Можно шестеркой туда вставить, то есть вот так получается. Но лучше вот чуть-чуть поинтереснее сыграть. То есть сначала шестеркой, потом вверх, вверх, вниз, вверх, 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 вниз, вверх. Получается вот так. Тут обычная шестерка. Переставляем на 6 лад. Вверх, вверх, вниз, вверх. 9 лад зажимаем. И опять вверх, вверх, вниз, вверх. Ну и в целом так последующие аккорды тоже этим боем будут играться. Ставим С. Вместе с аккордом С ставим на первой струне 7 лад. Играем полную шестерку. И потом мы скользим мизинцем до 11 лада. То есть вот так у нас был аккорд. Скользим мизинцем до 11 лада. На пятой струне зажимаем 7 лад. А на четвертой струне зажимаем 9 лад. Получается вот такой аккорд. То есть вот сыграли. Теперь АМ. Ну, АМ обычным играем. И H7 тоже обычным боем. Начинается куплет. Тут мы зажимаем на четвертой струне и на третьей струне 8 лад. Играем на четвертой 3 раза 8. На третьей струне 8-8, 4-4. 4-4 это каподастер. Получается вот так. Ставим ЕМ. Можно вот так, можно мини-барре поставить на пятую и четвертую струну. Тут мы играем на четвертой струне 8-6-6, потом 8-8-6-6. С самым первым звуком мы играем еще шестую и пятую. Потом играем то же самое, также вступление вот это, только аккорд уже С. И тут тоже такая же мелодия. Вот сыграли. Теперь на третьей струне зажимаем 6 лад. Много раз играем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Даже, по-моему, побольше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь раз. Потом АМ у нас идет. Мы играем, зажимаем только на четвертой струне 6 лад.
Играем пятую и третью открытые, ну то есть четвертые лады будут. Сыграли на четвертой струне восьмой лад. Вот так, то есть. И опять на третьей струне много шестерок. И еще раз повторяем пятую и третью. И на четвертой восемь. То есть пятую и третью вместе и на четвертой восемь. Вот звучит это вот так. А, нет, сразу. Давайте еще раз. А потом опять шестерки. И опять так же ноль и на четвертой струне восемь. Только у нас аккорд уже аж 7. Мы зажимаем на пятой струне 6 и на четвертой струне 5. Играем пятую и третью вместе и на четвертой 8. Потом опять много шестерок. Восьмой лад и в конце на четвертой 8. Давайте еще раз. Это как только начинается куплет. Вот такая мелодия идет. Опять еще раз играем, только уже аккорд С. Тут аж 7 ставим. Играем пятую и третью. Опять, ну, ту же мелодию. Опять шестерки, 8 и на четвертой 8. Теперь вторая часть идет. Вот это. А, тут мы играем в самом конце на четвертой 8, третья открытая. И так два раза. То есть получается. Ставим ЕМ и зажимаем помимо ЕМ на третьей струне тоже шестой лад. Играем вместе шестую, четвертую, третью, потом вниз вверх. Опять то же самое, та же самая мелодия, то есть на четвертой 8, третья открытая, и еще раз так же. То же самое играем, только аккорд С. То есть вот аж 7 закончили. То есть мы сыграли вместе, да, вниз-вверх. Опять. Вместе, вниз, вверх. Опять вот это играем, только уже аккорд С. Тут чуть-чуть меняется. Тут мы играем на третьей струне 8-4, на четвертой 8 и на третьей 4. На 4 не забываем, что это каподастр. У нас пошел аккорд АМ. Играем пятую и четвертую. Зажимаем просто на четвертой струне шестой лад. Так, тут мы играем, сыграли вместе вот пятую и четвертую. На третьей струне 8-4. На четвертой 8. И на третьей опять 4. И опять вместе пятую и третью. О, пятую и четвертую. То есть получается вот так. Давайте еще раз, вот именно со второй части куплета. Тут мы играем. Вместе. Играем на четвертой, на третьей струне 4-4-6-4. В конце аж 7 ставим. Тут мы играем на четвертой, вот такой аж 7, два пальца вот этих. И на четвертой струне 8 лад.
Тут мы играем вместе пятую, четвертую и вниз-вверх. Опять на третьей струне 4, 4, 6, 4. И на четвертой струне 8. Также вместе с пятой и вниз-вверх. Это вот весь куплет. Давайте я его медленно полностью сыграю. Так, медленно. Еще раз вот здесь, то есть сыграли, да, два раза. Начинается припев. Ставим ЕМ. Вот мы доиграли аж 7. Играем на второй струне 4 раза 0. Ну, вернее, 4 лад. Ставим ЕМ. И на первой струне зажимаем 7 лад. То есть у нас какая идет мелодия? То есть нули, 4 раза на второй 0, потом на первой струне 7-7, на первой же струне 6-6 и опять на второй 0-0. То есть можем так сыграть. Опять играем эти же нули, ну вот ЕМ сыграли. Опять нули эти сыграли. Ставим С и играем то же самое. Только вот на второй струне уже первый лад у нас стоит. То есть получается вот так. Когда опять нули, мы опять убираем вот этот указательный палец. Ставим АМ, играем то же самое. Тут в конце АМ, в конце аккорда АМ мы играем на третьей струне уже 2. Тоже 4 раз, как до этого было. Давайте еще раз припев медленно сыграем. Давайте еще раз заново. Ставим аж 7, и тут мы играем пятую и вторую вместе. Что-то я подзабыл, что мы тут играем. Давайте сейчас сыграем. Было 4 раза 2, потом HM мы дергаем пятую, вернее H7 мы дергаем пятую и вторую вместе, потом на третий, то есть такая мелодия идет 3 раза 6, потом открытая струна, то есть 4 лад, и на четвертой струне 8-8.
Получается вот так вот, АМ доиграли. Непонятно, чуть-чуть сыграл. Вот. Потом мы играем также заново. Вот в АМе меняется уже мелодия. Тут мы играем вот С, да, отыграли. Также на второй струне 0-0-0-0. И мелодия уже на второй струне начинается. То есть тут АМ зажали и один играем. Вот мы С доиграли.